можно, Алексей Михайлович? Заходи, у тебя что-то срочное? Да, очень срочное. У нас сегодня на вечер забронирован столик в ресторане. На двоих. Отличный план. Скажи, что Катя сама себе из школы заберет? Нет, ну почему сама? Я попросила Лилю, она ее заберет, потом еще посидит с ней. Леша. Ну что ты делаешь? Подожди. Слушай, тебе надо отвлечься, ты заработался. Нам надо отвлечься. Маш, скажи, может быть, Лиля за меня закончит проект? Леш, ну что ты опять начинаешь? Ну, честное слово. Маш, ну ты же знаешь, я с удовольствием бы пошел, но в ближайшее время посмотреть это невозможно. Да, понятно. Понятно, я просто хотела... Пожалуйста, не заставляй меня чувствовать себя виноватым. Да. Да, Константин Петрович. Хорошо, я сейчас иду. Давай, Петрович. Да. Петрович не любит ждать, а я могу подождать, правильно? Маш. Ну что, сработал эффект неожиданности? Ага, конечно. Все, Лиля, отбой. Я сама Катю заберу из школы. А что, нахрапом не удалось? Ну, придумала бы годовщину. Но тебе все равно никакие даты не помнит. Все он помнит. У него на все даты напоминалки стоят в телефоне. А годовщина свадьбы у нас была летом. И? Поздравил меня смс-кой. Да, мужик. Что меня тетя Лиля заберет. Ну, маленький. Мало ли, что я говорила. Что, с папой не срослось? Мам, не дуйся на него. Он просто неправильно расставляет приоритеты. Комплекс отличника. Слушай, психолог до Марусины, расскажи лучше, что у тебя с оценками. Если честно, то порадовать нечем. Зато комплексов никаких. Ну, уже хорошо. Нет никаких посредников. Сами строим, сами все продаем. Ну, приезжайте к нам в офис, решим все ваши вопросы. Да? Хорошо, спасибо, до свидания. Мам, а? Как люди вообще влюбляются друг в друга? Неожиданно, откуда такой интерес? Из-за того новенького, как его там зовут? Скажешь тоже. Он не в моем вкусе. Мальчишки вообще глупые, это все знают. Да, золотая мысль, постарайся подольше ее не выпускать из своей светлой головы. Я тут на днях мультик смотрела, там, где сова объясняет девочке, что любовь помогает преодолевать трудности. Это так? Ну, я думаю, что сова вряд ли будет обманывать девочку, правильно? Ты уроки сделала? В том-то и дело. У нас контрольная по математике. И я подумала, может, мне влюбиться надо? Нет, ну, предложение, безусловно, конструктивное, но я думаю, что с контрольной тебе оно не поможет. Лучше готовиться. Да я уже подготовилась. А можно мультики перед сном посмотреть? Кать, какие мультики? Давай, собирай свои книжки. Все это в портфель и спать. Иди сюда. А зря ты в ресторан с папой не пошла. Сами не живете и другим не даете. Разговорчики. Давай чистить зубы и в кровать. Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи, мой хороший. Привет. Есть будешь? Да нет, спасибо. Как совещание прошло? Да никак.
там что-то намудрили на объекте. Придется самому в Питер ехать разбираться. А что, больше некому поехать в Питер, кроме тебя? Ой, Маш, ну только не начинай. А? Думаешь, мне самому это нравится? Неделю торчать одному. Вы что, без меня справитесь? А куда мы денемся? Ладно, я пойду. Спокойной ночи. Как меня это все достало, Лиля? Каждый день одно и то же. Работа, дом, дом, работа, работа, дом. Проклятие какое-то. Нашла повод для депрессии. У тебя есть работа, дом. Вон дочь красавица, муж под боком. Чего тебе еще надо? Не радует меня это все. Ты знаешь, когда я последний раз была счастлива? Ну, когда? Когда Катька родилась. Денег не было, Лёшка дома сидел. Зато всегда был рядом со мной. Угу. Я ходила счастливая, как дура. Это у тебя от недосыпа было. Попробуй сейчас не спать. Вдруг поможет. Уже ничего не поможет. И ничего уже не вернешь. Раньше Лёша все время был рядом со мной. Всегда. А теперь какие-то дурацкие дела, проблемы. Просто существуем рядом, и все, как соседи. Ой, Маша, жиру ты бесишься. Дамы, к нам гости. Знакомьтесь, Олег Иванович, наш партнер и очень крупный инвестор. Да, Лилия Аркадьевна, юридический отдел. И Мария Сергеевна Головина, начальник отдела продаж. Это по поводу вашей заинтересованности в приобретении недвижимости. Мария Сергеевна поможет подобрать вам подходящий дом. Захарова. Простите. Маша, ну не могла же ты забыть родную Щелкову и наш... Дружный класс. Или, может быть, я так изменился? Я не помню. Последняя парта у окна. Демьяненко, Олег. Олег. О, боже мой. Ты так изменился? Время идет, а вот ты не изменилась совсем. Спасибо, я так... Так вы еще и одноклассники. Прекрасно. Надеюсь, сотрудничество у нас будет плодотворным. Так, то есть наверху у нас получается три комнаты. Две ванны и комнаты для гостей. Слушай, хватит на меня так смотреть. Я начинаю думать, что со мной что-то не то. Напротив. На тебя время что, вообще не действует? Ты вгоняешь меня в краску. Я приехала показывать тебе дом, а не себя. Пойдем смотреть кухню. Да. Ну вот. Выглядит великолепно. Ты станешь сегодня серьезным или нет? Тебе дом нужен? Так я про дом и говорю. Мне, конечно, нужен. А ты помнишь, как я с тобой в школе бегал, а? Даже стихи один раз написал, а ты их выкинула. Я потом целую неделю плакал. Я ничего не помню. Ты правда плакал? Неужели я правда была такой жестокой? Да нет, ну ты была высокой, красивой, стройной девочкой, а я был не маленькой комплекции. А высокие, красивые, стройные девочки не влюбляются в толстяков, пусть даже в романтичных. Зато теперь у тебя, по-моему, все в порядке. Принц? Да и только. Только вот замка своего не хватает. Ну, это поправимо. Знаешь, от дома мне и правда нравится. И двор, и расположение комнат, и кухня. И места много. Будет куда повесить мою огромную коллекцию картин. Да, а тут еще прекрасная инфраструктура. Правда, да. Я знаю, о чем говорю, потому что мы с мужем живем тут недалеко. Серьезно? Серьезно, дальше по улице. Тогда точно нужно покупать. Ты покупаешь дом? А чего тянуть? Предложение твое отличное, тебе я доверяю. Слушай, Захарова, а поехали куда-нибудь посидим, отметим покупку, вспомним школьные годы, ну и в конце концов, выбор дома такое дело хлопотное. Я проголодался жуть. Я с удовольствием. Только я уже лет 10, как не Захарова. Прости. Понадобится время, чтобы привыкнуть.
Да, хорошо, ты только не засиживайся, пожалуйста, долго, ладно? Я тебя тоже люблю, целую, пока. Дочка. Третий класс, а уже такая самостоятельная, просто с ума сойти можно. А у тебя как на личном фронте? Сейчас он абсолютно свободен. Ни жены, ни детей. Кстати, а как там наши остальные одноклассники, не в курсе? Нет, я ни о ком ничего не знаю. Со школы подруг у меня не осталось. На встречу выпускников я тоже не хожу. Нет, если ты туда не ходишь, то что говорить обо мне? Честно говоря, иногда хочется, чтобы они меня увидели в новом облике. В твоем новом облике тебя вряд ли бы кто-нибудь узнал. Ну, за нашу удачную сделку, соседушка. Да? За новый этап жизни. Странная штука судьба. Кто бы мог подумать, что мы с тобой через столько лет опять встретимся. Знаешь, Маша, я в судьбу не верю. Все в жизни зависит от нас. Я лично себя сделал сам. Но, надо сказать, результат впечатляет. Ты просто не знаешь, чего мне это стоило. Но я победил. За победу? Доброе утро, Машуня. Вот водитель привез из кафе. Вчера нам было как-то не до покупки продуктов. Как я здесь оказалась? Ты правда не помнишь? Нам было очень весело вечером, и тебе понравилась идея провести ночь вдвоем. Не понимаю, как такое могло случиться. Я слишком много выпила. Ну, Маш, ничего страшного, такое случается. Значит, так ты со мной, Олег, да? Честно говоря, вчера мне показалось, ты поступаешь довольно осознанно. Со мной никогда такое не случалось. Я никогда не теряла контроля. Маш, ну теперь я чувствую себя виноватым. Нет, не надо себя винить. Я взрослый человек. Я сама отвечаю за свои поступки. Так что ты ни в чем не виновата, прости, пожалуйста. Маш, не принимай все близко к сердцу. Ночью ты выглядела очень счастливой. Лучше не говори ничего. У меня там Катя одна. Я провожу тебя. Нет, не надо, я сама дойду. Чертово платье. Привет. Я вообще-то беспокоилась, звонила, ты не брала трубку. Где ты была? Прости, доченька, ты же знаешь, как у мамы много работы, прости. Я из-за тебя первый урок пропустила. Ну ничего, пойдем ко второму. Сейчас мама быстренько душ примет и поедем, да? Детский сад, мам. Ну прости, прости свою непутевую мать. Да, Лиля, да. Алло. Привет. Ты где пропадаешь? У тебя шеф уже обыскался, он требует договор, подписанный с этим Демьяненко. Слушай, скажи шефу, что я проспала, что я задерживаюсь, ладно? Договор у меня. Выручишь, хорошо? Мам, ну не грусти. Я тоже по папе скучаю. Да нет, Я не грущу, просто не очень хорошо себя чувствую. Но это не страшно, скоро пройдет. Папа вернется, и все будет как раньше. Обещаешь? Ну, конечно. Я разве тебя когда-нибудь обманывала? Ну все, давай беги. Я заберу тебя, как обычно.
Так, ну по договору мне, в принципе, все понятно. Ты себя нормально чувствуешь? М? Может, тебе больничный взять? Нет. Нормально все, правда. Наверное, давление просто. Ну, Мария Сергеевна, вы просто золото в чистом виде. Повернуть такую серьезную сделку за один день – просто чудо. Заходил Олег Иванович, поблагодарил фирму и отметил ваш индивидуальный подход. Спасибо. Я старалась. Спасибо в карман не положишь. Зайдете в бухгалтерию, оформим повышенный процент от сделки. Спасибо. Вот это да, наш Петрович расщедрился. Поздравляю тебя. Угу. А ты чего такая кислая? Слушай, Лерка, лучше бы этой сделки вообще не было. Вот это заявление. Это что у тебя там стряслось, а? Ну, колись. Нет. Я еще не готова тебе рассказать. Я... Так, так, так. А скажи мне, пожалуйста, случайно этот Олег Иванович не приставал ли к тебе? А теперь перед нашим Петровичем расшаркивается, чтобы ему все с рук сошло, а? Олег, он хороший, милый, трогательный. Угу. Он помнит, как ухаживал за мной в школе. А я все испортил. После сделки мы пошли в ресторан отметить, вспомнить школьные годы. И я проснулась в новой собственности господина Демьяненко. Вот это да. Вот это я понимаю. Индивидуальный подход. Люська, прекрати. Я вообще не понимаю, как мне теперь в глаза смотреть. Алёшке, как я буду в глаза смотреть? Слушай, Маш, ну было и было. И... Но вы же не школьники, чтобы краснеть после свиданки. Алёшке даже не вздумай ничего рассказывать. Только хуже будет. Не уверена. Ну, не уверена и не бери в голову. А смотри все с позитивной стороны. И время хорошо провела, и премию получила. Время-то хорошо провела? Если честно, то я плохо помню. У меня в голове как будто что-то отключилось. Тем более, если не помнишь, то вообще не считается. Что ты тут делаешь? Хочу пригласить тебя на ужин. Ты с ума сошел? Ты хочешь... Чтобы нас весь офис увидел, мы с мужем вместе работаем. Да нет, я не в этом смысле. Просто мы как-то непонятно расстались, ты не берешь трубки, и я чувствую себя виноватым из-за этой ночи, и, видимо, делаю только хуже. Олег, послушай, прости, я не хотела тебя обидеть. Мне просто нужно было время собраться с мыслями, я тебя не избегаю. Мы все-таки выбрали не лучший способ, чтобы начать наше соседство. Пожалуйста. Можем мы все это обсудить за ужином. Обещаю, пить не будем. Да уж. Поэтому мне кажется, что нам нужно просто забыть о том, что было этой ночью. Вряд ли у меня это получится. Послушай, Олег, я говорю сейчас абсолютно серьезно. Я вижу. Серьезно и очень логично. А знаешь, как я изменил свою жизнь? Нет, ты не рассказывал. К сожалению, смерть родителей – это та неизбежность, с которой придется сталкиваться любому человеку. Но я сейчас не об этом. Вместе с утратой и одиночеством пришло осознание того, что мне больше не придется играть навязанные мне роли. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, например, роль примерного мальчика, который обязан доесть первую и вторую, чтобы мама не расстроилась. Или роль хорошего сына, который обязан пойти по стопам отца и продолжить врачебную династию. Впервые в жизни я принадлежал сам себе. Я бросил ненавистный универ. Я продал дом отца. Удачно вложил деньги в IT-компанию, занялся собой, решил прийти в форму, спорт, тренировки, пробежки по утрам. Это звучит как начало тренинга, измени свою жизнь к лучшему. А это так и есть. А вот какую роль играешь ты?
роль хорошей матери, примерной жены, исполнительной работницы? Нет, я просто живу, как получается. Притворяясь кем-то еще. Не лги себе. Надолго тебя хватит? Ты поддерживаешь эту привычную жизнь. А что она дает тебе взамен? Ты чувствуешь, что живешь полной жизнью? Олег. Ну, конечно, мы можем притвориться, что той ночи не было. Ты вернешься домой, к дочери. Будешь ждать мужа из командировки. А завтра утром ты вовремя появишься на работе. Только какой в этом смысл? Дочь сделает уроки без тебя. Муж вернется из командировки, ждешь ты его или нет. Ну, а работа? Давай на чистоту. Это не та карьера, о которой мечтают миллионы. И те образы, которые ты сама себе придумала, это всего лишь крошечная часть от той девушки, которую я когда-то знал, которая когда-то украла сердце толстого одноклассника, нелепого. Как так получилось, что ты до сих пор один? Я был женат. Ты мне не рассказывал. Это для меня не очень простая тема. Я ее любил очень сильно. Мы были счастливы. Ждали ребенка, должен был быть мальчик. Но потом случился выкидыш. Врачи сказали, что так бывает, организм не перенес нагрузки. На этой почве она впала в депрессию. Я делал все возможное, чтобы вытащить ее, но в итоге она не справилась. Что значит? Она покончила с собой. И в этом я виноват. Нет. Не надо себя винить. Ты же мне сам говорил, что каждый человек сам распоряжается своей жизнью. Прости. Не надо идти. Останься. Пожалуйста. Я не могу. Роль любящей матери никто не отменял. Мне нужно тебе кое-что показать. Это мое первое объяснение тебе в любви. Я жду тебя, но ты меня нет. Жду, как верный пес, самый главный ответ. Сердце перестает биться без тебя, жаждет, как дождя, сухая земля. Ведь кто без тебя я? Ищу в толпе глазами, но жизнь пролетает, как немое кино. Я вижу образ, но не слышу звук. Кто я для тебя? Я до сих пор слышу, как билось мое сердце, когда я протягивал тебе клочок этой бумаги. Я хотела бы вернуться в тот день. Я поступила бы иначе. Дети часто бывают жестоки. Ты знаешь, как-то не странно, но я бы тоже хотела вернуться в тот день. Несмотря на всю горечь этих воспоминаний, для меня они очень дороги. Этот стишок, и тот день, и мои чувства к тебе. Он такой смешной, он говорит, что хочет нести мой школьный рюкзак, чтобы мне не было тяжело. Правда? Ага, он еще уговаривает Мишу пересесть, чтобы со мной за одной партой сидеть. А ты этого хочешь? С ним весело. Конечно, хочу. Ну, тогда в чем проблема? Скажи Мише, чтобы он сам пересел. Но Миша же обидится. Ну, а что? Так все устроено, что в этой жизни или мы кого-то обижаем, или нас кто-то обижает. Главное оставаться честным с самим собой. Да?
Слушай, я тебе перезвоню, ладно? Это по какому поводу такое хорошее настроение? Просто хорошее настроение и все. Да? А может быть, потому что кого-то вчера встречал очень красивый молодой человек с букетом цветов у выхода? Не волнуйся, кроме меня никто не видел. Но больше конспирации тебе не помешает. Ох, Лерика, я вообще не понимаю, что со мной происходит. С одной стороны, я понимаю, что все это нехорошо, что все это неправильно. С другой стороны, я просто готова кричать от счастья. Я живая, я живу. И мне даже немножко обидно, что кроме тебя нас никто не видел. Но голову все-таки терять не стоит, потому что ты со своим одноклассником покувыркаешься, потом тебе наскучит, и вы разбежитесь. Конечно, будет что на пенсии вспомнить, но семью-то рушить не надо. Лешка через 3 дня приезжает. Мне кажется, он сразу все поймет. Проблема наших близких в том, что они нам доверяют. Слушай, заберешь Катю в школу, да? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, заберу. Развлекайся, пока можешь. Что-то не так? Олег, мне кажется, что все заходит очень далеко. И это неправильно. Вот ты о чем. Думаешь, ты единственная изменяешь мужу? Нет, наверное, не единственная. Но вопрос в том, что я больше не хочу это делать. Ну, давай посмотрим на это с другой стороны. Если бы ты узнала, что твой муж тебе тоже не уверен, тебе стало бы легче? О чем ты говоришь? Ну, пока я рассуждаю только теоретически. Статистика измен говорит о том, что тебе не стоит мучиться угрызениями совести. Но если ты не веришь статистике, я могу поискать реальные доказательства. Олег, мне неприятна эта тема. А ты просто боишься? Что я могу быть прав. Хочешь пари? Не хочу. Прекрати. Маш, я договор подготовила. Можешь запускать на согласование. Хорошо. Слушай, мне тут твой Лёшка звонил. Он тебя совсем потерял. Ты что, его избегаешь? Он вчера позвонил, когда я была у Олега. А потом мне было как-то стыдно ему перезванивать. Ты это брось. Стыдно, когда видно. Ты позвони мужу, успокой и скажи, что все в порядке. То он уже не знает, что думать. Хорошо. Позвоню ему вечером. А вот и мама пришла. Это папа. Ты куда вышла без куртки? Ну-ка, быстро в дом. Да, да, дорогой. Ну, наконец-то. Я целый день не могу до тебя дозвониться. Ну, у меня сел аккумулятор, и я поэтому не могла идти. У тебя все в порядке? Я хотел напомнить, что завтра возвращаешься. Алло, Маш. Ты меня слышишь? Алло.
Сегодня рано. Откуда у тебя это? Оценила качество съемки. Честно говоря, на такую удачу я даже не рассчитывал. Думал, найдем какую-нибудь переписку или сообщение, а здесь целая галерея. Олег, я еще раз спрашиваю, откуда это у тебя? Скажи. Из почты твоего мужа. Фотографии были удалены, но, к счастью, у меня есть спец, для которого это не проблема. Кстати, мы установили, что с девица. Твой муж работал с ней год назад в одной из командировок в Питере. Год назад? Да. Видишь, как все банально? Она его шантажировала, поэтому присылала фотографии. Олег, господи, у меня это все в голове не укладывается. Ты зачем это делаешь? Но ведь у нас было пари. Я избавил тебя от чувства вины. Нет, не избавил. Я понимаю тебя. Тебе нужно время, чтобы все это принять. Успокоиться. И лучшее, что ты можешь сделать, это сесть и спокойно поесть. Я не понимаю, зачем ты все это устроил. Я не хочу есть. Согласен. Согласен, тебе нужно расслабиться. Предлагаю начать прямо сейчас. Олег, пожалуйста, я пришла сказать тебе, что это наша последняя встреча. Перестань. Перестань, ты что, из-за этих фотографий? Нет, ты, напротив, ты должна быть мне благодарна. Ты ведь не из тех, кто любит жить в счастливом неведении. Нет, дело не в фотографиях. Точнее, не только в них. Так. Это новые вводные. Муж возвращается из командировки. Когда? Завтра. Хорошо, но это ведь не повод, чтобы прекращать наши встречи. Я не хочу. Я не хочу, чтобы это все вышло из-под контроля. Это все безумие надо прекращать. Оно ни к чему хорошему не приведет. Почему? Почему вы, женщины, любите все так усложнять? Поесть вы любите, вы садитесь на диету. Мужик вам нормальный попался. Вы бежите к мужу, который, как мы помним, не очень-то сам трясется над устоями брака. Но откуда у вас этот ген мазохизма? Пожалуйста, не надо все усложнять. Пусть это останется прекрасным воспоминанием. Но до тех пор, пока ты не встретишь по-настоящему близкого. Я уже встретил. Это все не может больше продолжаться. Неужели ты все решила? Ты делаешь мне больно. Пойми, нельзя так просто прийти ко мне и сказать, прости, все кончено. Что с тобой? Я не понимаю. Приятное воспоминание. Отряхнулась и пошла дальше. Нет, прости, милая. Не тот вариант. Олег, ты меня пугаешь. Я еще даже не начинал. А можно мне настоящую собаку? Ты же знаешь, что у меня аллергия, Катя. Катя, иди собирайся в школу. О, слушай, я надеюсь, еще творожок. Есть хочу. Ой, слушай, ну в Питере, конечно, погода отвратительная. Я вообще не понимаю, как там люди живут. Мне кажется, что у нас есть тема поинтереснее погоды. Откуда у тебя это? Хотя от нее это можно было ожидать. Кто она? Работала на питерской фирме, которая занимается строительством спортивного объекта. Мы тогда отмечали успешное согласование, я перебрал и сам не понимаю, как это произошло. Честно сказать, проснулся, вообще ничего не помню, как будто ничего не было. Потом через неделю пришли эти фотографии с анонимного почтового ящика. Она тебя шантажировала? Я сам не понял, чего она хотела. Я пытался с ней связаться, но она как будто растворилась. Вообще никаких контактов. Я честно хотел тебе сам во всем признаться. И... А потом писем больше не было, и как-то все утряслось. Очень удобно. Я понимаю, что это выглядит все отвратительно. Но я хотел тебя оградить от всего этого. Плохо старался. Ты пойми, это был не я. Я сам не понимаю, что нашло. Ты сможешь меня простить? А если бы я поступила с тобой так же? Что бы ты сделал?
такое не способен. Что-то вы с мамой сегодня были не такие. Вы что, поссорились? Да нет, маленькая. Просто мама расстроена. Из-за меня. Ну вот. Не успел приехать, а уже обидел. И зачем ты это сделал? Кто бы знал. Так попроси прощения. Не все так просто. Понятное дело, что не просто. Придумай что-нибудь интересное. Ты же творческая личность. Такое, Леш, что-то срочно, мне много работы. Может быть, освободимся и пораньше сходим куда-нибудь. Послушай, не надо, ладно? Я очень ценю твою заботу, но не хочу, чтобы наш досуг ассоциировался у меня с твоим чувством вины. Давай как-то переживем этот момент. Потом вернемся к теме совместного времяпрепровождения. Хорошо? Спасибо. За что? За то, что у нас будет с тобой это потом. Тут один заказчик хочет переделать планировку дома, пока он еще строится. Посмотри, пожалуйста. Маша, что с тобой творится? А что со мной творится? Ну, ты совсем замкнулась, ни с кем не хочешь общаться. Ладно, со мной я понимаю, но Катя здесь при чем? Не можешь меня простить? Нет, дело не в том, что произошло год назад. Понимаешь, просто... Извини. Алло, да. Хорошо, я через минуту подойду. Угу. Так что ты хотел сказать? Дома поговорим, давай. Ладно. Иди, нельзя заставлять начальство ждать. Что это значит, Олег? А ты догадайся с трех раз. Жду тебя в твоем кабинете. Что это все значит, Олег? Ты что, собираешься меня шантажировать? Я от тебя такого не ожидала. А я вообще полон сюрпризов. Я тебя серьезно спрашиваю, что это все значит? Все очень просто, Маша. Попытаешься порвать со мной, твой муж узнает о нашей связи. Представляешь, что он сделает, когда увидит это видео? Какая же ты все-таки скотина. Ошибаешься, я просто борюсь за свою любовь. Это не любовь. Я даже не знаю, как это назвать. Это любовь, Маша, просто любовь бывает разная. Предупреждаю, уйдешь от меня, пожалеешь. Убирайся вон отсюда. Ты еще не поняла? Я уже не тот мальчик с задней парты, которого никто не замечал. Так что подумай, хорошо подумай. Да,
быстро у вас конфетно-букетный период закончился. Да, я вообще не понимаю, как я могла быть такой дурой. Как я могла довериться этому человеку? Угу, социопаты не такие. Ты моего бывшего помнишь? Ну, и что ты думаешь? Он действительно покажет это везде в Лёше? Ну, может, конечно. А что? Ты не пойдешь на его условия, он из чувства мести. Машка, надо все рассказать Лёше. Да ты что, Лёша не поймет. Угу, не поймет. У него у самого рыльца в пушку. Кстати, скажи спасибо своему Олегу. Ну, это да. А что, будет у вас взаимозачет? Слушай, ну я не могу все Лёше рассказать. Я чувствую, что это все окончательно разрушит. Лёша меня не простит. Он такой человек, что если даже захочет, он не сможет этого сделать. Ну, не знаю. Тебе виднее. Надо найти какой-то другой вариант. А что ты вообще про этого Олега знаешь? Ну, кроме того, что вы учились вместе. Да ничего практически. Кроме того, что он мне сам рассказывал, а это очень мало. Угу. Вам же было не до разговоров. Ну ладно, я шучу. Давай я обращусь к своим знакомым. Узнаем, что за человек этот Олег Иванович. Зачем? Что мне это даст? Ну а что, у каждого есть свои скелеты в шкафу. Может, я на него такое нарву, что заставит его от тебя отказаться? Не знаю, давай попробуем так. Ты сможешь? Ничего ради любимой подруги не сделаешь. Катя никак не могла заснуть. Ты знал, что за ней одноклассник ухаживает? Да, время летит. Когда успела вырасти? Маш, я тебя очень прошу, не закрывайся, пожалуйста. Я понимаю, что сделал тебе невыносимо больно. Не знаю, как бы сам поступил. Но, пожалуйста, дай мне шанс. Если ты хочешь, чтобы я ушел, я пойму. Только скажи мне об этом прямо. Помиритесь. Ой, размечталась. С нами такое не может произойти. Честно, честно? Конечно. Конечно, честно. Извините. Угу. Угу. Да, слушаю. Иди чисти зубы. Угу. Конечно, как договаривались. Да, сегодня 8. Да, и вам того же. Счастливо. Что, опять работа? Между прочим, питерскому заказчику очень понравился мой проект. Он хочет лично со мной встретиться. Mm-hmm. Это потрясающе выгодное предложение. То есть ты сегодня опять будешь поздно? Между прочим, заказчик не возражает, чтобы мы были вместе. Mm-hmm. Mm-hmm, да. Mm-hmm. А, нет, ну, конечно, это не свидание. Я не заглаживаю свою вину. Так. Просто хочу, чтобы ты была рядом и поддержала меня. Вы же там будете разговаривать о своих делах. Что я буду делать? Ну, мы так, в общих чертах. Прикинем сроки. Слушай, ну он компанейский мужик. Отлично проведем время. Ладно, я согласна. Спасибо. Выглядишь просто потрясающе. Боюсь, заказчик потеряет голову и забудет о своем предложении. Мое присутствие только поднимет твой авторитет. Пойдем? Пойдем. Пойдем.